Ребятки, всем привет. Давненько не было новостей с сервака. Что у нас по мощному ВДовому чизеру? Значит, снял вчера коллектор. И увидел, что он у нас уже весь вареный, переваренный. И вот свод тут конкретно в трещинах. Ставить новый турбоз — так себе затея. А еще вчера проверил поговорочку, то что рот всегда надо держать на замке. Значит, снимая коллектор, машина была на подъемнике, и выскользнул из рук ключ трещоточный на 14, и прилетел мне прямо в зуб. Зуб треснул. Съездил к доктору, доктор говорит: живи, все нормально. Вот. Короче, сейчас займемся подвеской. У нас тут отсутствует наша фирмовая стоечка по причине того, что полный привод, поэтому будем по старинке крутить. У нас уже вечер, отвлекался я. Значит, переднюю подвеску уже скидал, стойки на месте, заодно восстановлены верхние шаровые, раз уж полезли. Вот, приготовил заднюю подвеску, все примочки сюда полетели. Все, тизер на колесах, на подвесочке. Регулировочка будет позже. А сейчас нужно срочно помыть котяру. Через пару-тройку часов я выезжаю в соседний город. Пригласили там на открытие одного места замечательного. Пропускать нельзя. Колеса крутятся, резина трется. Пусть тот, кто ждет меня, обязательно дождется. Пусть то, о чем мечтаем мы, по-любому сбудется. Дорога стелится, колеса крутятся. Правда с улицы. Эта тема не для программы «Умники и умницы». Эта тема на первый канал не купится. И останется там, где остается улица. Ты прав, брат, у каждого своя правда. Центр Москвы или далеко за пределами МКАДа.